Доброго здоровья, уважаемые спонсоры, подписчики и посетители канала. Сегодня, по вашей просьбе, в 17 часов по московскому времени состоится встреча с Эдуардом. Помните, мы все целое эпопея было, как Эдуард голодал, что было, как выходил, какие процедуры делал. Возникло желание у вас с ним пообщаться, задать вопросы, как он себя сейчас чувствует, чем он занимается, какие у него там перспективы, что думают делать в плане оздоровления. Поэтому в 17:00 по московскому времени состоится встреча. Вы можете задать вопросы. Это уже как бы мы выходим, канал выходит на несколько иной уровень, более наглядный, более доступный. Так что не пропустите. Кстати, вы видите, тут благодаря Владиславу Исаеву сделана вот такая вот бегущая строка. Вы можете приобрести мои книги в цифровом формате, написав на электронную почту. Все здесь написано. Далее вы можете пожертвовать на развитие канала по этому адресу. Какие тут донаты? Бросайте гранаты. Одним словом, будем работать. На этом я заканчиваю. До 17:00 по московскому времени.